Дело о резонансном ДТП, которое унесло жизнь 23-летней женщины и ее 3-летнего сына, прошло в закрытом режиме. В зале только подсудимый и родственники погибших – мама, отец и брат. Напомним, авария произошла 25 сентября прошлого года в промзоне. 26-летний водитель проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и столкнулся с грузовиком. В салоне находилась 23-летняя жительница набережных Челнов и ее малолетний сын. Ребенок сидел на коленях у погибшей. От полученных травм они скончались на месте. Изначально дело рассматривали в суде в особом режиме, но адвокат потерпевшей стороны потребовал изменить его на общий. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение. Изначально нам особо не разъяснили, как это в особом порядке все будет. Хотим, чтобы в судебном заседании уже иски все рассмотрелись и все признали сына тоже потерпевшим. Во время перерыва нам удалось пообщаться с подсудимым. Он рассказал, что знак не увидел. Единственное, что он мог сделать в тот момент, надавить на газ, чтобы вылететь в кювет, но не успел. Он ребенок маленький был. Вот вас мама спрашивала, вам снятся или нет? Снятся, в больнице снились. Ну а к любому решению всегда будете готовы? Ну, хотелось бы, конечно, к положительному, хотелось бы как-то морально возместить ущерб. Конечно, понимаю то, что не стоит человеческие как бы жизни. Всех, как бы, моих извинений. Ну, хотелось бы как-то загладить свою вину. Приношу свои извинения. Соболезную родным. Суд постановил рассмотреть это уголовное дело в отношении 26-летнего водителя, которого обвиняют в том, что по его вине погибла молодая женщина и 3-летний ребенок в общем режиме. Следующее заседание назначено на 16 февраля. На это слушание будут приглашены и допрошены свидетели. Вера Муратова, Фахри Исламов, Новости НТР.